В основном такая проблема возникает на улицах Орджоникидзе и Черноморской. По периметру узких улиц находится немало кафе и ресторанов, в частности «Стейкхаус», «Санремо» и «Лентяй». Предоставленных для гостей машиномест там явно не хватает. В итоге хаотичная парковка зачастую мешает движению транспорта. Анатолий Пахомов предложил руководителям заведения общепита заключить договоры с собственниками ближайших парковок на предоставление мест для автомобилей посетителей. Иначе машины их гостей будут эвакуированы. На курортный сезон все-таки много наших гостей собираются приехать на своих автомобилях. А это значит, что надо нам организовать работу парковок, увеличить даже количество парковок. Почему? Потому что будет не совсем хорошо, когда эти гости приедут, будут бросать свои машины на проезжей части, естественно, эвакуаторы их будут увозить. Вы обязаны обеспечить, чтобы на ваших территориях парковка беспорядочная не осуществлялась. Понятно это? А во всех парковках нужно сообщить, контроль за вами ровно через неделю. Вы докладываете на планерке, каким образом сеть начала работать. Кто не выполнил наши поручения, сразу же приглашайте на планерку, даже не ждите. Следить за соблюдением правил дорожного движения должен полк ДПС. Если машина стоит по запрещающим знакам или мешает проезду транспорта, она должна быть эвакуирована. Кроме того, совместно с ГИБДД собственники парковок должны установить по городу информационные знаки и таблички о месте нахождения стоянок. Подобный щит с предложением гостям курорта пользоваться специально отведенными для автомобилей площадками будет вывешен и на въезде в Сочи на посту Магри. А собственникам парковок мэр предложил соблюдать фиксированную цену – 50 рублей за час или 350 рублей за сутки.